республики. Это уже не первый раз и не первый объект, и производственные объекты, и социальные объекты. В далеком 92-м году, когда наш консорциум только был основан, а в 2001 году, когда был обгружен первый танкер, наверное, много было скепсиса, что вот пришли опять дельцы, коммерсанты, построят трубу, возьмут свое и ничего делать не будут. Я надеюсь, что за почти 25 лет мы доказали, что мы не такие, что мы социально ответственная компания, которая пришла надолго, которая думает о тех регионах, где она присутствует, и понимает свою ответственность социальную перед вами. Поэтому мы всегда строим свои планы именно с учетом таких объектов, с учетом скорых помощи, автобусов, медицинского оборудования и так далее. И мы будем это продолжать делать, я вас уверяю, мы будем это делать. И это наша отдельная статья в бюджете. Можете не сомневаться, что наша компания никогда не будет себя вести каким-то образом, как какой-то захватчик или какой-то коммерсант, который не думает о том, что происходит вокруг. В этом году у нас это не последний объект, это замечательный просто объект. У нас еще в этом году и скорой помощи, и автобусы. У нас в этом году будет томограф, у нас будет маммограф в этом году для городской поликлиники. Еще ряд медицинского оборудования. Будет также начальных классов, корпус начальных классов в Артезиане. Вы все это увидите, услышите. И вы знаете, я хочу выразить благодарность главе республики за его поддержку, ведь благодаря его доброй воле и его поддержке и доброму отношению к нашему предприятию, лично ко мне, как генеральному директору, у нас получилось такое взаимовыгодное сотрудничество, скажем так. Поверьте нам, консорциуму, нет никакой коммерческой выгоды. Но есть огромное моральное удовлетворение. Мы живем в этой стране, мы болеем за эту страну, и мы будем делать это все для этой страны. Спасибо большое.